Свыше 10 тысяч военнослужащих мобилизовано для защиты западных регионов от большой воды. Об этом премьер-министр Олжас Бектенов сообщил на рабочем совещании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий половодья. А все потому, что в этих регионах ожидается большая вода по реке Жайык из России. По прогнозам, она поступит во второй декаде апреля, а от Рауской области в начале третьей декады. В связи с этим глава Кабмина поручил министрам обороны и внутренних дел в случае необходимости обеспечить дополнительную переброску личного состава и техники, а акиматам двух областей обеспечить прибывающих военнослужащих всем необходимым, а также решить вопрос с заправкой техники.